В Новом Уренгое появилась еще одна библиотека нового поколения. Преобразования в смене видны с порога. На глобальную переделку ушло около года. Символом здесь выбрали песочные часы. Двигаться вперед, виток за витком, завершив одно, разматывать другое. Видение концептуального пути развития библиотеки отражено на арт-стене при входе. Повсюду высказывания знаменитых людей, набранные разным шрифтом, в зависимости от тематической зоны. Например, лестницу на второй этаж обрамляют кириллический алфавит и отрывок из послания славянам. Очень хороший смысл, очень такой глубокий концептуально о том, что знание – это дар Божий, и что нужно постигать мироздание. То есть информация – наше все. В наше время увлечь людей информацией можно и нужно не только книгой. На это и нацелен национальный проект «Новые библиотеки». Мы идем от обратного. Мы для того, чтобы люди пришли к книгам, готовы предоставить им различные услуги. Начиная от кофеаппарата, где можно прийти и спокойно отдохнуть. И вплоть до интерактивных вот таких интересных фишек, мягких зон пуфа, для того, чтобы люди шли к нам и привлечь их к знаниям через книгу. Вся библиотека заточена на получение информации разными способами. Здесь имеется доступ к крупнейшим электронным ресурсам, например, Литрес и Национальной библиотеке имени Ельцина. Хочешь – читай или просматривай тематические фильмы о восточной культуре. Хочешь – постигай тонкости письма и иероглифами в литературном кафе. Или приходи на творческие встречи с интересными людьми. Недавно, например, здесь общались с Борисом Корчевниковым. Коворкинг-зона мобильна, ее легко подстроить и под литературный вечер, и под различные выставки и мастер-классы. Учтена и доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Есть метки, рабочее место для слабовидящих, устройство для подключения слухового аппарата. Абсолютно ломаем стереотипы прежних библиотек, где только книжки и бабушки. Нету бабушек. Все молодые, активные, красивые. Если не по возрасту, то духом и своим потенциальным основным своим содержанием. Все очень перспективные специалисты. Берем людей разных профессий, и дизайнеры, и художники. Параллельно дополнительное образование обязательно получаем. Книги здесь можно взять без утомительного заполнения вручную формуляра. Один раз оформил читательский билет и пользуйся электронной станцией самостоятельной книговыдачи или возврата. Выберите действие. Положите книги на полку. Выбрать книгу. Выбираем книгу, любую из зала, которая прочипирована. Нажмите «Взять». Она отобразится здесь на экране. Нажимаем «Взять». Нажмите «Готово». Готово. Выберите действие. Забираем книгу, избираем читательский билет. Если эта книга не прошла данных операций, она просто находится в руках у читателя, и он просто хочет с ней выйти. Тогда вот должно произойти следующее. Для организованных групп библиотеки можно устроить поисковый квест «Портал времени». Сейчас распутывают его загадки обладатели пушкинских карт. Позднее квест запустят в работу для всех желающих. Новая смена – вторая модельная библиотека в Новом Уренгое. Первая, детская, находится в микрорайоне Оптимистов. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.